Сегодня под мегаполисом, торговым центром возле Южного автовокзала в Екатеринбурге, дорогая немецкая иномарка, выезжая с парковки на недоделанную улицу Степана Разина, угодила в дорожный капкан. Одним колесом Audi провалилась в канализационный колодец, прикрытый сверху для отвода глаз фигурной железкой. Торговый центр сразу же заявил, дескать, они не при делах, во всем виноваты водоканальщики, которые не следят за своей подземной инфраструктурой. Впрочем, есть глубокое подозрение, что водомуповцы отрекутся от колодца тоже. Судя по всему, он пока бесхозный. Еще осенью подрядчик жаловался на чиновников мэрии, утверждая, что те вовремя не согласовали ремонтный проект с коммунальщиками. Из-за этого замороженную и законсервированную на зиму дорогу по улице Степана Разина от авиационной до Щерса автомобилисты старались объезжать стороной. Хуже нет. Провалиться в неприкрытый колодец межведомственных разборок, где и черт ногу сломит. А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно?